Добрый вечер, друзья. Сегодня мы готовим дичь в автоклаве. Опыта пока с этим нет, но будем учиться. Вот наша заранее подготовленная дичь здесь. Витютень и куропатки. Заранее приобрели баночки 0,7. Вот такой квадратной формы. Ну и сам автоклав. Это его будет почин. Первое применение. Так как я охотник, попрошу вас, пожелайте нам ни куха, ни пера. Ну, мы, соответственно, продемонстрируем, что и как будет получаться. Итак, вот наша приготовленная дичь, которую мы будем измельчать. Итак, мы разделили нашу тушку на вот такие порционные кусочки. Я думаю, этого хватит. Позже мы это еще раз все промоем. Вот такими кольцами нарезаем лук, черный перец горошком и лавровый лист. И был приобретен вот такой куриный жир, куриный топленый. Будем добавлять по чайной или десертной ложечке, посмотрим в итоге. Итак, дичь мы подготовили, нарезали на порционные кусочки. Берем баночку, кладем на дно колечко лука, 5 горошин черного перца в горошке. Кладем лавровый лист и набиваем дичь в банку. И слегка утрамбовываем пальцами. У нас получится мясное ассорти. Здесь, значит, горлица, вяхрь и куропатка. Кладем чайную ложку соли и столовую ложку жира без горки. И решено было долить воды, так как все-таки это мясо дичи. Надо, чтобы оно было в соку. Нальем так, чтобы мякоть была заполнена водой. И как все рекомендуют, по плечике банки. Далее берем крышечку. И как уже рекомендовалось, не сильно прихватываем. Так как потом создается давление, она в любом случае потом сядет плотно. И вот так скажем, ориентировочно наша тушенка подготовлена к приготовлению. Итак, финальная стадия, банки уложены, теперь закрываем и будем поджигать. Ну а далее, друзья, все по технологии вашего автоклава. У каждого свои рецепты, рассказываю, как делал я. Мы готовили на пару, поэтому крышки у нас резьбой, банки выкладываются в автоклав по максимуму, чтобы не мешать закрытию крышки, так как она закрывается изнутри. Наливается литр воды. Мы будем готовить на пару. Позже аварийный клапан поджимается скобой, доводится до пара. Как только из клапана начинает выходить пар, клапан закрывается. И далее догоняем до 120 градусов и держим эту температуру. Начинаем отчет приготовления, как только температура показала 120 градусов. После этого поддерживаем температуру и засекаем полчаса. После чего автоклав отключается и оставляется остывать. Преимущество приготовления на пару – это быстрота готовки от начала и до конца. На все про все приготовление у меня ушло в районе 2 часов. Ну и вот, друзья, вот такая красота у нас получилась. Позже я сделал тушенку из фазана. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Приятного аппетита!